Класс! Как ему прищемило палец. Ой, ёлки-палки, как он упал, классно! Вы видели, а? Нет, вы видели? Классно, как она хлопнула. Привет, друзья. Начнем, поиграем с «Как достать соседа». Так, у нас третий фильм. Сюрприз ко дню рождения. Подсказка. С помощью пакости можно заманить соседа туда, куда нам надо. У соседа день рождения. Как всегда, он празднует наедине с собой любимым. Задувает свечу и желает себе всего самого лучшего. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик. А ну как пришла открытка или посылка с подарком? Вот бедолага. Разве так празднуют дни рождения? Будет решать ему в этом помочь. Поехали, ребята! Серии сюрпризы ко дню рождения! Так, ну что, сразу, конечно же, первым делом идем в комод. Это мы уже все проходили раньше. Так, естественно, у нас здесь в ванной что-то есть. Так, ну, бумагу обязательно забираем. Мыло, конечно же, забираем. Так, вот так вот испортили сразу унитаз ему. Ну, ой. Вот он тут ходил. А, он почту проверяет. Почту проверяет. И там он пошел, значит, ага. Что-то он там берет. А, свечку ставит. Вот. Так. Мы ему сразу кам-кам положили туда. А, он письмо забирает, мы ему кам-кам положили. Класс! Вы видели, да? Вы видели, как он прищемил себе палец? О, испортили ему картину его. Ну да, это ему неприятно. Придется вытирать. Ну, а тут мы ему сразу поменяли свечку и сокину, да? О, как он классно упал, шлёпнулся, шлёпа. Какой злюка. Что? Увидел, что унитаз испорчен. А у нас еще один сюда приходил. А, да. Ему же надо руку полечить. Пластырем заклеил себе руку. Все, теперь он идет, конечно же, играть со своими свечами. Есть торт. Ну да, веселый у меня день рождения, правда? Ага, увидел, как мы ему испортили микроволновку. Яйцо там взорвали, да? Так, взял. Ну, сейчас что получится. Класс, вы видели, как он взорвалось? О, напугали. Так, ну что-то у нас совсем мало по рейтингу, 97% все. Ладно, переснимем, давай еще раз. Ну, поехали. Так, заходим. Так, он там понятно, да, что он делает? Он сначала берет свечку, забывает, потом идет за почтой. Так, ну конечно, проверим. Так, взяли, что у нас тут мышеловка, маркер и взрывчатка, да? Так, ну естественно, мыло забираем. Забираем бумагу. А, он там сейчас проверяет, да? Ну ладно. Пусть проверяет. Так.
мы ему тем временем пока подложим сюда мышеловку, испортим ему картину. Так. Ну что, спрячемся пока? Ну давай, пока он будет ходить. Так, ну-ка. Так. Ой, класс, как ты его шлёпнул опять, вы видели, как я шлёпнул? А, увидел, испортили ему картину, классно. Злюка, так тебе, соседа, так, пакости мы тебе наделали. Ну давай, что? А ёлки-палки, мы же забыли ему испортить, там всё, вон бумага у нас есть. Что ж, ну, так, блин. Ай, соседушка, не бей меня, спасите, помогите. Ай, ну всё, хватит, соседушка, хватит. Так, переснимаем ещё раз. Ну, давайте. И так, мы уже всё знаем, что он там делает, да? Ну, идём сразу, так. Так, а как же нам сделать? Придумаем, чтобы там что-то наверху это сделать пораньше. Чтобы он не успел. Так, ладно, так, это ухватили. Так, мыло взяли. Бумагу забираем сейчас, так. Ну, сразу здесь все спортим, чтобы не забыть. Так, бумагой забиваем унитаз. Так, ложим мыло. Конечно же, обязательно. Так, сосед пошел туда. Ну, так, мы пока наверх. Так, как же нам успеть? Ну вот, он дует, да? Как он играет. Так, ладненько. Давай мы быстренько так яйцо сейчас возьмем и убежим, потому что, может, не успеем так все пакости наделать. Конечно, не успеем. Ну, он уже сразу, видите, поднимается. Вот поднимается. Так, ладно. Ну, сейчас мы его сделаем. Пока он там будет ходить, мы сейчас ему пакости наделаем. Так? Так, ребятки. Так. Все, он пошел уже. Быстренько. Меняем свечку. Так, яйцо, все испортили, класс. А теперь бегом вниз, так, быстренько здесь делаем пакости. Так, ну конечно же, мышеловку мы ложим в эту. Так, и портим ему картину, все, классно, прячемся. Ура! Молодцы! Так, все, здесь у нас накрылись 8%, да? Отлично! Так, сейчас вот так... Ой-ой-ой, какой пальчик! Ай, бедный пальчик! Ну все, сейчас он побежит дальше. Ну, давай, все, беги. А, все, увидел! А мы этот был спрятались, а нас не видно, ха-ха-ха, не достать тебе нас, соседушка, не достать, так, вытираешь, да? Ну все, давай иди дальше там, лови еще последний пакость. Ту, опа, баба, молодец, я такое дело сделал, Сыгуди, молодец. И, конечно же, унитаз. О, ура, минус 7. 100% рейтинга, молодцы! Мы здорово сделали все, молодцы! Ай, все, выходим. Так что в следующей серии мы вам покажем. Ай-яй-яй! Ну-ка. Вот он бреется. Ай, как прилип, вы видели, как он прилип. Ай. Что он там сейчас будет делать? Подмышки. Ух ты, какая борода у него подмышками выросла. Взял он тортик и
Ба-бах! Конечно же, с тортиком упал. Это у нас яблочный пирог. Яблочный пирог. Вот так вот. Яблочный пирог будет следующая серия. Ну все, ребятки. Вот такая будет серия «Яблочный пирог». Ждите следующего раза.